Xiaomi представила энергоэффективный кондиционер Mi JazzMat Air Conditioner за $365. Компания Xiaomi последние несколько дней выкладывала по одному тизеру нового кондиционера, и вот сегодня наконец-то устройство представили официально. Новинка, по сути, является вторым поколением ранее выпущенной модели, а самое главное отличие ее от предшественницы – в повышенной энергоэффективности. Значение величины АПВ, Annual Performance Factor, рассчитывается как отношение полученной тепловой энергии к затраченной электрической, составляет 4,75, что превосходит местное значение первого класса энергетической эффективности, АПВ 4,5. В Mi JazzMat Air Conditioner используется инверторный компрессор. Повышение энергетической эффективности удалось добиться за счет оптимизации всех составляющих, и двигателя, и вентиляторов, и печатной платы, и, конечно же, компонентов-преобразователей. Mi JazzMat Air Conditioner управляется при помощи фирменного приложения Mi Jazz. С его помощью можно регулировать положение воздухораспределительных заслонок, скорость обдува и температуру с точностью до 0,1 градуса, активировать функцию осушения. Можно даже регулировать яркость экрана. Также поддерживается голосовое управление устройством, как более удобное средство управления для детей и пожилых людей. Сегодня Xiaomi открыла прием предварительных заказов. Реальные продажи новинки стартуют 27 декабря. Первые два дня устройство будет продаваться со скидкой за $365, а с 29 декабря стоимость повысится, но совсем незначительно, примерно на $10. Для сравнения, аналогичные по энергоэффективности приборы в Китае продаются за $600 и выше.